Здравствуйте, народ! И сегодня будет такое видео, ближе для начинающих радиолюбителей, под названием «Способы хранения радиодеталей». Ну и так, в принципе, начнем сначала с самого простенького. Вот видите, такая большая кучка. Прям столбик толстенький. Это со спичных коробков сделано такое хранилище для резисторов и всякой мелочи. У меня здесь снизу, как видите, резисторы номиналом в омах идут. Ну и одна пачка килоома, 1 килоом. А сверху, как видите, номиналы идут от 70, например, до 80 килоом. В этом обозначении. Ну, снизу у меня тут, сейчас вам покажу, вот в принципе в каждой что-то есть. Могу и повыше открыть, показать. Вот везде одни резисторы. Ну, здесь в основном бэушные резисторы. Есть у меня и новые, но новые в другом месте. На, вот, например, для начинающих, на данную конструкцию ушло 70 коробок спичек и энное число клея ПВА. Довольно-таки полезная штука, но со временем начала она разваливаться, потому пришлось обмотать ее. Ну а так, до сих пор служит, хотя уже столько год прошло. Это даже еще не я делал, но все равно по наследству перешло, полезная штука. Так, будем дальше. Дальше, ну давайте с простого. Вот таких вот обычных пакетиках хранить радиодетальки. Здесь, вот видите, у меня и вроде конденсаторы есть, ну короче, рассыпуха хранится. Здесь вот транзисторы, ну все советское тоже, но если не советское, тоже в такие вот пакетики и, например, вот такую баночку. Ну то, что она Липтон, не смотрите, это реклама, у меня целью было взять любую баночку. Ну в баночке у меня, как видите, вот что хранится. Здесь моторчики. Вот капроновая отца, ниточка, кулер, ну короче, тоже разный модул, даже кнопка от звонка есть, короче, много полезных ништяков. Это номер 3 способ. Потом номер 4 способ. Вот такие вот удобные, в принципе, коробочки. Давайте рассмотрим, что у меня в них хранится. В первое у меня хранится вот не так давно приобретенная вещь. Это кренка 5-вольтовая. У меня тут их, сколько я тогда заказывал, десяток, наверное. Потом пока весь диммер лежит. Я его использовал, но временно положил сюда. Потом еще один кит-набор лежит, спаяны. Тоже полезная штука. Стабилизатор там, я уже не помню, с переменки на постоянку, может, из просто с постоянки на постоянку на 5 вольт. Довольно полезная шняга. Здесь лежит вольтметр. Недавно то, что приходил. Пока вместе еще я с ним ничего не сделал, но в скором времени что-то сделаю. Потом лежит еще остатки плат для зарядки литиевых аккумуляторов, которые тоже будут использованы. Ну и еще лежит какой-то блок питания, бывший от мобильного телефона. Тоже ждет своего момента. Так, сейчас сунем обратно. Вот. Рассмотрим, что у меня лежит следующее.
Ну, следующее, как видите, здесь болтики, гаечки. Даже вот, когда фанерные изделия колонки ремонтируешь, те, что рассохлись, даже вот такие вот гвоздики лежат. Для того, чтобы фанеру забить. Ну, включатели есть, ну, разная мелочевка тут. Даже вот, вот такие мощные резюки есть, сопротивление. Диоды, ну, всякая рассыпуха лежит. Это я выбрал только из всего, чего у меня есть. Для примера только треть всего. Бо все я не стал выставлять, бо все это мы будем часа 4 рассматривать. Ну, здесь у нас, как видите, лежит вот диодный мост, ну и обычные диоды вот здесь лежат. Здесь пленочные конденсаторы лежат, целая гора всякие от фонарика, вот, ну, от всякого. Потом здесь еще лежат резисторы, те, что я не поразваживал, СВДповские и нормальные по той моей предыдущей коробке для них. Потом лежат здесь всякие от бывших блок питания компьютерных, вот такие вот транзисторы и всякое. Потом еще вот, вот силовой сдвоенный диод. Ну, тут много чего. Вот микруха лежит непонятного назначения. Ну и тут дальше много вот ферритовые кольца, у меня пару штук есть. Ну и больше тут ничего нет такого. Ладно, и последний способ, самый большой. Для этого, наверное, даже камеру буду в руках держать, подниму. Как видите, обычное коробочное хранение. В коробочном хранении у меня лежат вот всякие платки, для того, чтобы отпаивать с них нужные детальки. Здесь я вам все, наверное, показывать не буду, поскольку у меня здесь и под старого бесперебойника, и, короче, столько хламу, что вот так можно хранить детали еще. Ну, здесь в основном что-то отпаять, если конденсатор какой-то надо. У меня, в принципе, конденсаторы еще вот лежат. Вот в таком вот виде выпаянные. Потом лежат у меня платы, вот такие тоже полезные. Здесь еще есть вот такие вот керамические конденсаторы желтенькие. Я их не отпаиваю, мне когда надо, я сюда отпаиваю. Ну вот, в принципе, вот все, что я хотел показать. Всем спасибо за просмотр. Можете каким-то из способов воспользоваться. Для начинающих все в ваших руках. Всем спасибо, всем пока.